У нас сегодня еще одна посылочка из Москвы от Светланы. Вот, посылочку прислали с деком. Вот, что-то тут у нас такое хрупкое хранится. Угу. Не пойму, что. Сейчас. А, это, наверное, просто чтобы эти не болтыхались. Все поняла. Здесь просто газетки. А тут у нас. Ух ты! Лежанка. Блин, достать неудобно. Ай, зубами откусила. Сейчас, секундочку. Вот так. О, обалдеть. Обалдеть. Вот это лежанка. Это для какой-то мерзлявой собачки. Или котика. Для Лаки. Для лысенького наша. Спасибо огромное. Это у нас была одна новая нам присылали, она сгорела. Ух ты! Монджи. Целый мешок корма для кошек Монджи. Это вообще с ума сойти. И две упаковки корма. Я думаю, тоже, да, блиц для кошек. Корм консервирован для кошек. Курочка. А, кусочки в соусе перепелки с индейкой. Нифига себе. Спасибо огромнейшее вам, Светлана. Вот это вообще круть. А с кошками это вообще шикардос корм. Большое-большое. Блин, на лежанка я не могу. Я бы сама в такой спала бы. Игрушки уже упаковала я все. Ты что там сходишь? А? Чё истеришь? А? Все уехали, скажи. Я пришла, а печеньки нету. А прохи, скажи, нету. Да? Ну что ты? Да ты умная. Там Оля сегодня от твоего блатана приветы передавала. От твоего блатана передавала приветы. Да, Куба такой холосый, мальчик послушный растет. Не то, что ты, сказала я, то за холосый. Ты то за умница у меня, умница. Да, пойдем. Все, сейчас мы это все сложим. Спасибо еще раз и за эти посылки, и за все-все-все. Вот, вроде ничего не пропустила. Вчера кто присылал? Ну, сейчас иду. А чё ты меня перебиваешь, а? Чё перебиваешь? А что это за дела такие? Что за дела такие? Терпения нет совсем? Совсем нет? Вот, сейчас поедем еще там от двух девочек заберем посылки, потому что вчера дома были поздно мы. Ой.